Всем привет, с вами Дарт, и сегодня мы продолжаем, скажем так, прохождение, летсплей по игре Dean Hunter Deadly Shores. Мы заколебали уже. Так, сегодня, значит, продолжим серию винтовок. Так, ну вначале убьем первого, скажем так, трофейного босса, это Хавок. Этот проворный динозавр выпрыгивает из укрытия, нанося неожиданный сильный удар своей жертве. Ну что ж, это получается маленький, точнее здоровый процератозавр. Ну, в этой игре он так назван. Так, все. Один прогиб, и ты погиб. Значит, убили его. Так, наушники я, пожалуй, сниму, потому что там очень громко. Так, следующий босс это будет Бастион. Это тяжело ступающий анкилозавр, похож на ходячую крепость, может. Так, это значит у нас анкилозавр. Отлично, значит где-то в этой серии винтовок мы сможем поохотиться на анкилозавр. Так вот, открылась новая особая серия. Предлагаю пробовать. Это какой-то у нас арбалет под названием Gentech Striker. Ну, также с придуманием названия, я уверен, у них тоже проблем нет. Так, вот давайте посмотрим, как работает. Так, я промазал. Ух ты, сразу по несколько целей, да? Отлично. Так, давайте перезарядим. Обойма? Так, стрелы же вроде стреляет. Так, вот по два. Отлично. Шикарно. 199. Нет, к сожалению, чуть-чуть не хватает. Так. Ну, собственно говоря, все, да? Нам... Так, давайте попробуем прокачать снайперскую винтовку. Я тут немножко тоже, как видите, попрокачивал. Остался прицел. ПНВ. И вместимость. Господи, как те комары заколебали. Так, ствол 10 тысяч пока не хватает. Так, ну давайте, значит, на бастиона идем в атаку. Это здоровенный у нас красный анкилозавр, да? Класс. В этой игре классно сделан анкилозавр, конечно. Только не придуманная. Ну вот, на спине у него продуманы вот эти остеоциты крепкие. Вот, а на голове они просто как бы линиями прорисованы, но не показаны, но не прорисованы. Вот я это хотел сказать. Так, давайте посмотрим размер мозга. Да ладно, капец. Мозг вообще, конечно, даже как у анкилозавра даже. Ой, анкилозавр, как у стегозавра. Только я не понимаю, как я с помощью пуль пробивал такую броню. Ну, он, конечно, здоровый. Мне нравится, как его в этой игре сделали. И булава такая здоровая. Значит, пожиратель рептилий. Это у нас здоровенный лозавр. Его острые, как бритва, когти и кровавая морда говорят о том, что этот динозавр воистину является пожирателем рептилий. А тернозавр тогда кто? Так, давайте, значит, улучшим. Через 15 минут придет улучшение. Тоже чуть-чуть не хватает. Ладно. Серию винтовок продолжаем. Надо убить двух молодых процератозавров. Ух ты, их тут много. В сердце выстрел. Так, а у них какой мозг? Ну, не особо крупный, но больше, чем у анкилозавра. Я промазал, по-моему. Да, в тело попал. Но неудивительно, что у хищников мозг больше, чем у травоядных. Так, по сути, и должно быть. Так, вот, анкилозавр. Да, все-таки классно сделан. Так, в ногу ему обездвиживаем нашу добычу. В голову, но мне кажется, пуля бы отлетела. Ну, не отлетела, а отрикошетила.
Хотя, кто знает, у нее же броня-то из костей, но все же я уверен, что она против пули такого калибра выстояла бы точно. Так, ну вот как раз там хватит. Так, отлично, дуло 9000, не хватает. Опять клювик такой. На, клювик у меня будет. Мутабарозавр выстрелом в легкое. Ну это no problem. Вот опять моя любимая карта. В легкое, да? На тебе, в легкое. Пуля такая. Словмо. Так, дальше. Нужно убить трех молодых кентрозавров. По-моему, здесь мы кентрозавров еще не видели. А нет, видели. Так. Опять же, маленький мозг показано. Это очень круто, то, что они вот это все продумали. Вот третий кентрозавр, я его искал. Все, в сердце, по-моему, попал. Не помню сейчас. О, не помню. Попал. Отлично. Это что такое? Фундамент какого-то здания. Прикольно, прикольно. Вот эти всякие маленькие детали, это придают игре разнообразие, и как-то хочется в нее играть. Так, один старый монолофозавр. Да, то есть я его в прошлый раз назвал правильно. Так, давайте его мозг посмотрим. Ну, не крупный. Не очень, я бы сказал. Можно попадать ему не по слабым местам, а целиться там в сердце, в легкое, но думаю, особого эффекта этого не даст. То есть все-таки ему нужно стрелять в эти вот уязвимые места. Да, нет, к сожалению. К счастью, я не хочу ее покупать. Так, давайте еще немножко улучшим нашу снайперскую винтовку. Так, 10-11 тысяч, да, уже не хватает. Ну что ж, к следующей серии я по полной прокачаю нашу снайперскую винтовочку. Это я зря сделал. Нашу снайперскую винтовку прокачаю. Вот, посмотрим мы, значит, убийство последнего босса. Ну и я, пожалуй, сделаю до конца серию винтовок. И мы перейдем в следующей серии уже на третий регион. Так, сколько их всего-то? 4, 6, 8, 10. Пока 10 регионов. Каждый месяц, по-моему, добавляется новый. Ну что ж, будем успевать. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и хорошего настроения. Пожелайте мне удачи на ИГ 11 числа. Там держите за меня кулачки для тех, кому не надо сдавать экзамены. То есть не для 11-классников, не для 9-классников и не для студентов. А остальные все можете там кулачки смело держать. Спасибо еще раз за то, что вы со мной, не покидаете мой канал. С каждым днем количество подписчиков и просмотров все растет. Это очень... как сказать, положительный знак. Заколебали реально эти комары уже. И откуда лезут, все закрыто. Ну что ж, увидимся с вами в следующей серии. С вами был Дарт Сидиос. Yeah.